Сегодня в школах республики начались линейки, посвященные окончанию учебного года. В этом году в Чувашии последний звонок прозвенит для более 5000 11-классников. Этот звонок – последний в их школьной жизни. Поэтому на празднике прощания с детством радость всегда сопутствует с грустью. Здорово, что ребята так выросли. Впереди у них новая жизнь. Но связь с товарищами они терять не хотят. Настоящая дружба появляется. Пускай некоторые ребята, конечно, не выдержат и уходят, но вот те, которые остаются вот со мной, с самого 5 класса, да, они настоящие товарищи, которым я могу доверить себя и своих близких. Родители тоже в этот день вместе со своими детьми. И волнительно, и тревожно. И в то же время и радуешься, что он уже вырос, тем более в стенах этой школы. Возмужал, многому научился, самостоятельности, ответственности. Та база, которую ребята получили в стенах республиканской кадетской школы, помогает им определиться с дальнейшим выбором. Я научилась правильно маршировать, правильно собирать и разбирать автоматы, научилась вязать узлы, семафор я тоже научилась только в этой школе. И я считаю, что это все мне поможет в моей будущей профессии, так как я хочу стать военным. Уходит уникальный класс. В этом классе 22 ученика, и практически 70% этих детей хотят поступать в военные учебные заведения. Я желаю нашим детям только успехов, пусть на их пути не будет трудностей, пусть их мечты сбудутся, они обязательно поступят, а наши двери, наши школы всегда для них открыты. Правда, двери в скором времени будут уже совершенно другими, ведь к сентябрю 2018 года запланировано построить новый кадетский корпус, который расположится в Новоюжном районе. Повысится планка и для поступающих. Отбор станет куда серьезнее. Татьяна Филатова, Расиль Мухаметов, Республика. Дорогу побед.